А вот Кэмерону досталось за Каддафи. Британский парламент спустил всех собак на бывшего премьера и обвинили его в росте ИГИЛ, а также хаосе в Ливии. Палата общин уверена, что 5 лет назад вторжение в Ливию произошло по ошибке, а убийство Каддафи – это неверная стратегия. Прокол был в работе разведки. Они предоставили недостоверные данные. Из-за этого кабинет Кэмерона сделал ошибочные выводы о политической ситуации в Ливии и начал бомбить страну. В 2011-м коалиция Британии и Франции била не туда. Удары наносили по мирным жителям. Но вот только понесет ли наказание Кэмерон за Ливию, неизвестно.